Андрей Усачев, «Колыбельная книга». Какие бывают подушки? Если подушка кладется подушка, такая подушка зовется подушка. Если подушка кладется под нос, такая подушка зовется поднос. А если подушку кладут под затылок, такую подушку зовут подзатыльник. Семейство коала. Семейство коала на дереве спало. Спал папа коала и мама коала. Прерывистый храп долетал из дупла. Там бабушка Алла уютно спала. Кряхтел на макушке седой дед коала. С него одеяло все время спадало. А дядя коала чуть ниже повис. Чудак, он всегда головою спал вниз. Спала в гамаке своем тетя коала. Пыхтела, вздыхала и пятку чесала. Она не любила полдневной жары. К тому же кусали ее комары. И мальчик-куальчик, зевая устало, мечтал. Поскорей бы то время настало, когда наконец-то и он подрастет. И будет, как взрослые, спать целый год. В зоопарке тишина. Лето. Солнце. Полдень жаркий. В зоопарке тишина. Спят все звери в зоопарке от микроба до слона. В клетке рядом с утконосом мирно спит семья ежей. Спят, посапывая носом, 18 сторожей. Дремлют тигры и олени. Спят жирафы и хорьки. Бегемот храпит в бассейне, выпуская пузырьки. На одной ноге спит аист, важно, словно часовой. И ленивец, чуть качаясь, дремлет к низу головой. На цветке уснула пчелка. Лист на ветке не дрожит. Только тихо, мимо волка, зайчик солнечный бежит.